блядь. Артиллерия нанесла удар по Петровскому району. Один из снарядов града попал в жилой дом. Еще один упал на территорию рынка. Возник пожар, была смертельно ранена продавщица. Ранее на одном из блокпостов на въезде в Донецк был расстрелян автобус правого сектора. Как сообщили РИА новостям в Комитете социальных коммуникаций ДНР, они застрелили...